Всем добрый день, дорогие друзья. Хочу сказать огромное спасибо моим подписчикам, которые мне написали в личку, что мне делать с мужем, ну, с ногой я имею в виду, то, что вот как и что должно быть. Огромное вам спасибо. Картошку сегодня мы не копаем, потому что весь день льет дождик. Вот такие вот дела. Будем с Егором потихоньку выкапывать. Как бы это еще не страшно, картошка в земле находится, ей ничего не будет. А то многие, вот, сейчас копать некому. Все, картошка на зиму останется, написали глупости. Ребят, не, я не переживаю за это. Я знаю, что мы с Егором выкопаем потихоньку ее, поэтому так вот. Ну вот сегодня, да, сегодня погода вообще. С самого утра и все льет, и льет, и льет, и льет. Бочка вообще уже полнёхонько стала. Так что вот такие дела. Курочки там гуляют у нас. Пишите, какая у вас погода. Если у кого тепло, то подуйте нам ветерок теплый, чтобы у нас тоже тепло стало. А то очень холодно стало. Ну, так-то, в принципе, нормально. Тут вот, видите, кучками. Потом эти кучки будем все в компостную яму убирать. И все, и будет нормально все. Дорогие друзья, я сейчас занимаюсь тем, что хочу приготовить покушать. Делаю зажарку лук, морковка и томатная паста. Решили мы на вечер макарошек сварить и сделать тефтельки к ним. Вот такие вот мелкие занесла Света макарошки. Сейчас открою их на... А? Куда-то мы из тазика вылить. А, сейчас подожди, сделаю смотри, ладно. Мне пока некуда, Маша. Сейчас зажарку сделаю, потом я сделаю. И будем готовить кушать. Так что вот такие вот дела. Света пожарила блинчики, ребятишки уже блинчики поели. А что, сидела, пошла. Я говорю, что собиралась делать? Не лезь, говорит, я сама буду. Ну и сама нажарила, сделала тесто. А что-то, кстати, муку так и оставила здесь. Сделала тесто и сама пожарила. Так, а где контейнер с мукой? Ничего не поняла, куда контейнер? А, наверное, папа на летнюю кухню у нас. Егорушка! Так что вот такие вот дела, дорогие друзья. Позови Егора. Сегодня хотела специально уроки делать. Кое-как зашла в этот дневник специальный электронный. Я кое-как зашла. Скажи на летней кухне муку принести. Поэтому вот такие вот дела. Ну вот сейчас кушать приготовлю, потом дальше будем специально уроки делать. О, ладно, готовим кушать. Сейчас сделаю зажарку. Сварю кистели. Погода сегодня еще такая, дождик, вообще ничего не сделать, блин, на улице. Это какой-то кошмар просто. Пишите, какая у вас погода. Будет очень интересно. Все, друзья, поставила делать. Помните, Машенька делала мини-тефтельки, у нас оставалась начинка. И вот я их поставила сюда в томатной заливке делать. Сейчас сварится, потом отварим еще макарошки. Пусть готовится. Все, положила я ужин. Старшие сказали, сам себе положу. Но вот пока маленьким положила. И кому-то тут еще не знаю, кто возьмет из ребятишек.
Сегодня у нас макарошки с тефтельками. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы пойдем кушать. Всем доброе утро, дорогие друзья. Новый день. Начинаю снимать. Выходные вообще ничего не снимала, потому что не до этого было. Многие спрашивают, как себя чувствует муж. Муж, честно, нога болит. Первую ночь он вообще не спал. Вторую ночь более-менее. Сегодня ночь тоже плохо спал. Потому что у него кровоточит. У него идет жидкость из пальца. У него вчера мы заметили то, что у него напухла сильная отечность пошла. Он потом... И да, кстати, у нас починили ноутбук. Ура! Спасибо огромное тому человеку, который помог. Ну, дальше продолжаю говорить. Он поехал вчера за ноутбуком к тому мужчине, с которым он договаривался, который чинил его. И... встретил знакомого, вот его тоже на руке палец сломан, он говорит, тоже отечность была, но ему кто-то посоветовал картошку натереть сырую и приложить на палец. Мы вчера прилаживали, и у него отечность за ночь спала, и жидкость начала выходить, и он из-за этого, у него начались сильные тюканевные в пальце, очень сильно болеть стало, и он сегодня поехал к хирургу. Вот, сейчас ждем. У меня уже Машенька со школы пришла. Я только сажусь завтрак. У меня это будет первый завтрак. Сейчас я вам покажу, что я себе приготовила на завтрак. Всем хорошего дня. Вот, дорогие друзья, мой завтрак. 3 яйца, пожаренные на сковородке. Ну, как пожарено? Под крышкой томленное. Я бы не сказала, что жареное прям сильно. Под крышкой просто подержала. Мы сейчас затопили печку в зале. Ребятки у меня уже наелись супа молочного. Маша уже со школы пришла. А я вот только кушать сажусь. Я еще сегодня ничего не ела. Воду только с утра попила. Я решила садиться на диету. Буду скоро снимать рецепты. Что я буду себе готовить во время диеты, так сказать. И смотрите, у меня еще помидорки покраснели. Сейчас покажу. Видите, детки уже тут общипывали. И вот они еще начали краснеть. Видите, как дома хорошо краснеют. Многие писали, Настя, да ты че? Да ты зачем это сделала? Пускай бы на улице росли. Ну, ребят, вот здесь помидорки маленькие появились. Ну, вот так вот. И детки каждый раз снимают. Сейчас вот можно сорвать, деткам отдать. Помидорки вот эти вот красные, и зато пойдут другие расти. Ой, упала помидорка. Но сейчас все равно мыть их надо. И вот так вот сейчас сорвем. Вот. И отдам ребятишкам. Те пускай еще растут. Жду, когда у меня сына придет со школы, чтобы мне натаскать дрова. Знаете, что я сейчас хочу сделать? У меня в зале там печка топится. Я хочу там поставить, варить компот. У меня есть вот такая вот замороженная вишня. Я замораживала. Два контейнера у меня последних осталось. Вот сейчас один сварю компотик из одного контейнера. Кастрюлю вот уже набираю. Поставлю там в зале и пусть томится, потихоньку варится. Дети компотик у меня хорошо пьют. И сегодня хочу еще кабачки нарезать. В морозилку просто кубиками нарезать и убрать. Зимой потом где-то приготовить вкусно будет. И хочу кексы попробовать из кабачков сделать. Я тут один рецепт интересный нашла. Из кабачков как кексы сделать. У меня в этом стаканчике вишня уже мытая, уже готовая. Чистого только забросил и все. Забрасываем. Ну, еще ягодки прилипли. И сейчас пойду отнесу на печку. А потом добавлю сахар. Варим компотик вишневый. Все, ребят, поставила варить, пусть варится. Смотрите, тут у меня какие фигурки мои вышивальные стоят. Такая фигурка стоит. Кактусик, лебедь, сердечко. Так, еще одного лебедя поближе поставить. Вот так вот. Нынче будем печку красить, потому что ну вся уже, видите, вся уже как это потемнело. Будем. И вот такая вот статуэтка еще стоит. Тут дерево, которое уже на садик отнести, я когда-то его делала. И рисунок, который разрисовывали девочки. Где-то еще рисунки лежат, потом после того, как покрасим, положим. Поставила варить суп. Мясо хоть сотрите и помыла, а все равно что-то это.
Но потом поменяю, наверное, воду, посмотрим. Разогревается сковорода, печку затопили. Сейчас будем с вами кушать, варить. А здесь я, ребята, сварила уже вкусный вишневый компот. Вкуснота. Сейчас остынет и будут детки пить. Также уже начистила картошку и морковку. Сейчас будем варить супик. У детей спросила, какой супик хотят. Сказали рисовый. Значит, варим рисовый супик. Вот так вот. Они суп молочный уже доели. Нет, там еще немножко осталось. Может, поврежечку супа молочного и все. А так уже доели. Я тут все навела чай с имбирем. Ну, вот этот вот пакетик я когда-то покупала. Ничего так вкусно пить. Ну, не очень. Это, знаете, как-то так. Химия больше. Мне больше, знаете, что понравилось? В фикс-прайсе тоже покупала вот такой вот. Лимон с имбирем. Вот это вот вкуснотище. Буду в фикс-прайсе, увижу, я обязательно пару баночек таких куплю. Вот это вот вкусно. Мне нравится. Погребок или где-нибудь еще такое увижу, то тоже возьму на пробу. И... Помните, я покупала в светофоре вот такое вот сухое молоко. Ребят, не советую. Нехорошее молоко. Вообще. Оно разводится и такой вкус какой-то странный. А если суп молочный варить, то вообще оно даже молоком не пахнет. Мне не нравится. Напишите, как вы думаете, если кто брал такое молоко, как вам. Но мне не нравится. Невкусное. Это, знаете, тут так не то, как раньше вот было сухое молоко, вообще не то. Ну что ты, киса, ко мне лезешь? Вот она прям аж лезет ко мне. Да, Василиса? Ой. Ладно, дорогие друзья, готовим кушать. Мясо уже кипит, но у меня сегодня свинина и курица, поэтому пусть подольше потушит. Сейчас покажу даже. Потому что потом скажут, что опять нету. Вот видите, свинина, ребрышки. И тут где-то еще вот свинина, ребрышка. А вот это вот курица. Поэтому я решила, что пускай подольше поварится, потушится мясо. Пусть еще кипит. Ну, а я себе тоже готовлю кушать. Я сейчас себе готовлю отдельно. Села немножко на диету, как говорится. Сегодня безмясная будет еда, без мяса. Ну, может, потом курицу вон себе из супа достану. Ну, вот сейчас я себе без масла на сковородке делаю морковку, кабачки и баклажаны. Потом в эту овощную смесь хочу добавить еще гречку. И получится такая овощная гречка. Вкусненькая. Без масла, просто под крышкой томлю вот так вот. И все, и оно нормально тушится. Буду потихоньку что-то пробовать, опять скинуть вес. Но не знаю. Я как скидываю, потом мне совсем плохо становится. Не знаю, или я неправильно свой рацион высчитываю, или что. Но будем пробовать. Машенька сбегала в магазин, купила хлеб и молоко. Ух, я чай всю с имбирем пытаюсь допить. У меня кружку дети сломали еще. Осколок отломился. Так мне нравилась эта кружка. Ну ладно, ничего страшного. И вот этот вот чай, который навела, все еще допить не могу. Сейчас кушать приготовлю супик. Так что вот такие вот дела. Ладно, готовим дальше. Так, все. Наше мяско поварилось. Сейчас мы сюда отправляем картошечку. Картошечка уже мытая, все. И сразу же я отправлю рис. Рис я уже на 3 воды тоже промыла. На 3 раза. И тоже отправляю, что вот так вот, чтобы весь рис собрать нам с вами с половника. И все, и пусть варится. Сейчас хорошенько размешаем. И все, и пускай варится наш супик. Потом добавим лучок и все остальное. И все. И будет суп готов. И дальше продолжаю вот здесь тоже себе готовить. Так. Все, пускай дальше мои баклажаны тушатся, супик уже варится. Рис закинули, гречку, ой, тьфу, картошку закинули, пусть дальше варится.